Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки», и сегодня я продолжу разговор о цветочных композициях и показать совершенно удивительное явление, когда тот факт, что два растения были посажены в один горшок, просто помог им выжить. Смотрите, вот в этом горшочке у меня зимовала, ну, конечно же, в доме и в сухом виде бегония. А с бегонией было посажено нечто. Я не могу даже понять, что это, я совершенно не помню. Даже муж обратил внимание на эти удивительные всходы и говорит, что это за грибы у тебя выросли. Я совершенно не понимаю, что это такое. Если мне кто-то подскажет, я буду очень рада. Ну, в общем, не мышонок, не лягушка, а неведомая зверушка. Но благодаря этой неведомой зверушке жива бегония, потому что в том горшке, где бегония зимовала одна, просто стояла на полочке в сухом виде. Она высохла и росточков нет. Я ее полила, она просто сгнила. А вот это чудо природы, вот эта компания невероятная, она помогла цветочку вырасти. И я сейчас покажу еще более невероятные компании, странные, которые, в общем-то, помогли растениям остаться в живых. Ну вот смотрите, какое растение у меня категорически не хочет расти без компании. Это анториум. Там, где есть хоть какой-то компаньон, вот, например, традисканция, там анториум вполне себе растет. Я все покупала их малюсенькими-прималюсенькими. Я сейчас покажу, какими они были в прошлом году. Я все покупала их просто микроскопическими. Вот. Но благодаря тому, что они не одни, а вот с традисканцией, анториум выживает. А вот этот анториум растет в еще более странной композиции. Это был большой куст, очень красивый, розовый, розовая кайма, принцесса, какая-то принцесса. Вот. Но большой куст пропал. Все большие анториумы у меня пропадают, я даже не пытаюсь их больше покупать. А вот маленькая детка, она осталась жива, только благодаря тому, что я посадила рядом череночек каланхоэ, кактус, казалось бы, очень странная идея, и декабрист. Вот, но эта странная компания, она жива, антуриум растет, вот, а все антуриумы, которые были маленькие и росли просто одиночными такими растениями, они просто пропали. По одному они расти у меня не хотят. Про айхризон я уже рассказывала о том, что это очень компанейское растение. И даже когда оно разрастается до невероятных размеров, оно каким-то образом умудряется не забить вот этот эониум. Он вообще не хотел у меня укореняться. Он только вот в компании с вот этим разгулявшимся, разбушевавшимся айхризоном растет. Это во-первых. Но во-вторых, вот эти сансевьеры, они не давали никаких деток, не росли и пропадали. Ну вот, в конце концов, одна сансевьера дала детку. Пусть она зелененькая, но сам факт, что они не пропали, они у меня уже второй год кочуют из самостоятельных каких-то горшочков в какие-то еще вот такие вот компании. Ну вот только с айхризоном началось какое-то движение, там что-то выросло. Вот, а эониум просто счастлив. Ему такая компания нравится от души. Еще очень хороший компаньон, просто замечательный. Это вот эта традисканция. Я уже показывала вот эту компанию. Вот. Антуриум с традисканцией, конечно, это смотрится гораздо лучше, чем с кактусом. Потому что с кактусом это уж чересчур, конечно, но растут же. Вот, пусть растут. Вот. И вот эти вот кактусы с вот этой вот традисканцией, я тоже как бы больше в эту ситуацию верю, потому что я не хочу их пересаживать из маленьких в большой. Я хочу сразу посадить в большой, я вот их три посадила. Но если бы не традисканция, она бы точно, уже, вот эта композиция уже пропала. Потому что традисканция, она хоть и маленькая, она хорошо выпивает воду.
А кактусы, они все-таки не умеют так. Ну вот эти традисканцы, которые я посадила с сенсивьерами, они вообще тут разбушевались, вот им все нравится, так же как и сенсивьерам. Так что два растения, это вот традисканция и айхризон, я считаю очень подходящие, даже не ради красоты, а просто ради того, чтобы растения росли. В конце концов, они когда уже дорастут до нормального размера, и традисканция может показаться лишней здесь, ее нужно будет и убрать. Так же, как и вот этот айхризон. Вот. Потому что эониум мне бы хотелось, чтобы это было огромное растение, одиночное. Так что вот такие у меня мысли по поводу композиции. Ну, а антуриумы я покупаю очень маленькими. И в одиночку они не выживают. А когда я сажаю вот такой кучкой, то и антуриум жив, и вот эти вот сегментики декабриста, они тоже растут, потому что по одному им тоже сложно. Они слишком маленькие. Вот такие у меня мысли про композиции. Всем удачи, здоровья и всего самого доброго!